данном видеообзоре мы рассмотрим материнскую плату AS ROG модели A55MDJS с сокетом FM1. Форм-фактор данной материнской платы Micro ATX и имеет размеры 224 мм на 173 мм. В комплект входит два кабеля с разъемом SATA, диск с программным обеспечением, инструкция и панель с разъемами для задней части системного блока. Данная материнская плата имеет два слота DDR3D и поддерживает двойной канал оперативной памяти с частотой от 800 до 2400 МГц. Максимально поддерживаемый объем оперативной памяти 16 ГБ. Данная материнская плата имеет один разъем PCI Express 2.0 и один PCI слот. Также имеет поддержку AMD Dual Graphics. На задней панели у нас расположены один слот PS2 для мыши, один слот PS2 для клавиатуры, один разъем VGA, один DVI, 4 USB 2.0, один RJ45 LAN для подсоединения сетевого кабеля и три разъема HD Audio, линейный вход, передние динамики и микрофон. А во внутренней части находятся 4 разъема SATA со скоростью передачи 3 гигабита в секунду, 1 LPT, 1 COM-порт, 1 разъем для подключения вентилятора процессора на 4 пина, 1 разъем для подключения вентиляторов корпуса на 4 пина, 1 разъем для подключения вентиляторов Power на 3 пина, а также 24-контактный разъем питания ATX и 4-контактный разъем питания 12 вольт, вывод аудио на переднюю панель корпуса и 2 USB 2.0. Аудио имеет 5-канальный HD кодек Realtek ALC662. Чипсет данной материнской платы AMD A55FCH. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.